Яндекс.Дзена. Путешественник, красавчик. И самый обаятельный, бородатый парень на свете. Родим тебя, детки, мы тебя очень уважаем, любим. Однозначно. Друзья, привет! Всем привет! Действительно, уже сколько получается, лет 7 назад, да, возникла эта мысль. Много фестивалей разных проходит в нашей стране, да, абсолютно разные тематики, там, музыкальные фестивали, фестивали разного творчества и так далее. И мы как-то с рестораторами сидели, разговаривали из разных городов. Но почему нет ни одного вот такого большого гастрономического фестиваля, фестиваля, где еда была бы на главном месте, и музыка, и что-то другое, да, и даже сопутствующее что-то. Где еда главное, а все остальное потом. Как-то так получилось, что ребята из Уфы, рестораторы из Уфы сказали, а что, давайте сделаем, почему нет, давайте мы соберемся и сделаем фестиваль. Так родился фестиваль есть, и сегодня он пятый раз уже проходит. Я скажу вам так, я не приходил от всей этой ерунды, исключения. Я был на всех гастрономических событиях в нашей стране, но фестиваль есть в Уфе, это реально самое глобальное гастрономическое событие в стране. Такого единения людей и еды нет ни в одном городе, несмотря на любую погоду. Что бы ни происходило, да, все рестораторы города, все горожане, все здесь. И я вот один раз в том году меня не было, четвертый год я приезжаю сюда, и каждый раз в восторге от того, что происходит. Поэтому я с удовольствием в очередной раз аплодирую Сергею Белкину. И мы его приглашаем на сцену! Фестиваль в Уфе. Скажи что-то хорошее. Как вы вообще, живы, нет? Третий день. Да? Класс. Третий день пятого юбилейного фестиваля, ребят. Дима, это один из людей, это на самом деле, это единственный человек, который меня вдохновил на то, чтобы мы сделали этот подвиг. Он сказал, блин, есть идея, давай сделаем. Мы сидели, пили, немножко выпивали. Спасибо за подробности. Я говорю, блин, Уфа – это самый открытый город. И я по факту вами горжусь, потому что именно Уфа, именно наши рестораторы собрались, приехал Дима, и мы поделились этой идеей. Они сказали, классная тема, давайте качать. И мы качаем. Посмотрите, блин, полная площадь. Полная площадь классных, добрых людей. Я очень горжусь городом. Я очень горжусь тем, что вы оцениваете наши бизнес-мероприятия, те, которые делают именно бизнес для вас. Мы делаем для вас это с душой, с кайфом. И не про деньги, а про то, чтобы вы получали определенный вкус и эмоции. Вот, это такие. У нас еще много чего сегодня. У нас есть еще 2 часа насладиться пятым фестивалем есть. Поэтому мы продолжим, а потом будет еще вишенка на торте, которую я расскажу позже. Уфа, я вас люблю, вы молодцы. А потом, да, ну и потом, значит, будет группа, будет еще много всего прикольного, потом будет команда. Короче, оставайтесь с нами, мы вас заставим плакать сегодня. 100% заставим вас, ваши сердечки, Тим Левицкий! Это что это мы, получается, тайминг догнали? Так получается? Ничего себе! Команда «Градусы», как только вы будете готовы, дайте мне...